Ребенок, когда нервничал, он начинал ударяться об стену. Так слегка, но ударялся. Я думала, это капризы какие-то. Поначалу не обращала внимания, а потом решила все-таки собрать к неврологу. Они посмотрели и сказали, что у ребенка аутизм. И что у нас всего лишь год. В течение года, если мы сможем его поднять, то сможем. А если нет, то будет еще хуже. Когда уже я поставила вопрос, именно излечим ли аутизм, я наткнулась на видео центра ПР «Давид», где рассказывали, как вот Давид помог ребенку. Вот мы в первый раз приехали в 2019 году, это было летом. Нас встретил Давид, и я не знаю, у меня была уверенность, что все у нас будет хорошо, что мы пришли именно туда, вот, где получим помощь настоящую. Он был у меня как, наверное, как 8-месячный ребенок. И вдруг сразу после этого у нас вот пошли результаты. Он начал самостоятельно кушать. До этого я ложкой и с тарелкой бегала за ним. А здесь он вдруг сел и сам начал самостоятельно кушать. У него немножко уменьшились истерики. Он начал понимать на бытовом уровне. До этого не было абсолютно никакого понимания. Ребенок принял меня как маму. До этого он никак меня не принимал. То есть я была для него как игрушка. Иногда вот ему захотелось кушать. Вот кто-то есть, кто накормит. Ему захотелось погулять. Кто-то заберет его гулять. А здесь он принял меня как маму. Он начал узнавать людей. Он начал воспринимать братика. До этого он его отталкивал, боялся его. Также он начал кататься на качели. Да, на второй неделе мы уже увидели вот эти результаты. После очного лечения, когда мы пришли к психологу, посмотрела ее первый вопрос. Куда вы его водили? Где вы его лечили? Какие лекарства давали? Когда уже она уже начала говорить, какие изменения у ребенка, я сказала, что мы были вот в центре МПР «Давид». И после этого она вот сказала, порекомендовала, что при первой же возможности опять вот приехать на лечение, потому что те изменения, которые она увидела в ребенке, это просто, говорит, нереальные. Он у меня еще манипулятор и лентяй. Это да. Манипуляторы, они все. И вот это немножко нам мешает Глазки учиться. Глазки хитренькие, понимаешь ли. Ну что, сейчас вас дядя Давид будет возвращать на ровную дорогу. На второй неделе у нас было такое, что и старший ребенок, и младший, они вели себя очень так, капризничали много. Истерики, много детей, и каждый хотел свое, тем более очень плакали, когда видели, что кто-то кушает либо конфету, либо что-то такое. Мы сейчас сидим на диете, и не все позволено. Я пожаловалась Давиду, он провел сеанс, и после одного сеанса как будто детей просто подменили. Они вот уже начали понимать, если говорю, что нельзя, это нельзя кушать, либо это чужое, они уже понимают, сразу можно с ними договориться. То есть вот такое у нас, можно сказать, дети повзрослели. Для меня это уже, как сказать, нормально, потому что мы еще здесь были. Я уже привыкла к чуду, к тем чудесам, которые у меня происходят в центре ПР «Давид». Сколько бы ни стоило, 10 раз больше можно потратить, но не добиться того результата, какого результата добиваемся здесь мы. Потому что то, что у нас те результаты, которые есть у нас,
таких результатов многие годами не могут получить.